Британская атомная подлодка столкнулась с торговым судном у берегов Гибралтара. Все произошло во время учебных маневров. Субмарина, способная нести на борту до 38 ракет и поставленная на вооружение всего 3 года назад, задела судно во время погружения. Причем только она в этой аварии пострадала. На верхней части теперь видна большая вмятина. Минобороны Великобритании уточнили, что все члены экипажа и ядерная установка целы. Угрозы для людей и экологии нет. Напомню, что буквально на днях новый премьер-министр королевства Тереза Мэй убедила парламент заняться модернизации ядерного щита страны, которая предусматривает строительство 4 новых атомных подлодок. Такую необходимость она объяснила в том числе угрозой со стороны России, которую она поставила в один ряд с Северной Кореей.